мы сейчас будем лететь. Аккуратненько. Вот, вот здесь начинаем ускоряться. Давай, поехали. Во, вперед, вперед, вперед. Давай, 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 давай. Опа! Перевернулись. Ё-моё. А, ускоритель закончился. Ё-моё. Не очень. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру про зомбо-автомобиль, который стремится убить всех зомбаков. Ну что ж, едем, едем, едем и убиваем всех зомбаков. Сейчас посмотрим, докуда мы сегодня доедем. Давай, машинка. У нас машинка, в принципе, прокачанная. Сегодня я хотел бы купить броньку. Бронька будет, да, улучшена. И купим мы еще, знаешь что? Интересного. Ускорение. Ускорение мы купим. Максималку. Потому что здесь фишка в том, в этой серии, что нужно ускорение. Ускорение мы будем использовать в конце. И долетим, ускоримся, и будет все хорошо. Давай, давай, машиночка. Молодец, вперед. Вот здесь ускоряемся. Едем вперед. Во, давай, давай, вот так, хорошо. Ох ты, видишь, чуть-чуть не хватило. Хотя ускорение было. Ускорение было много, нормально. Все, бензин закончился, все, мы не долетели. Хорошо. Идем в гараж. Увеличиваем ускорение. А, не, подожди, подожди. Сразу делаем броньку нашу максимальную. Вот, отлично. И здесь уже теперь можно бензобак купить. И ускоритель. Вот, все, ускоритель, хорошо. А, нет, спасибо. Ну, так, мы и так зарабатываем деньги. Так заработаем. Все, поехали вперед. Вот наша машинка, молодец. Все, сейчас будем проезжать и зомбаков мочить. Вот. В принципе, в каком месте мы включим ускорение, я уже знаю. Я это запомнил, когда мы будем проезжать. Вот место я сейчас тебе покажу. Покажу место, где мы будем включать. Ну, наша броня, в принципе, смотри, хорошенечко, хорошо держится. Поэтому мы проезжаем здесь, уничтожаем всех. Да, скоро. Да, скоро. Вот в этом месте мы будем включать ускорение. Все, полетели, полетели. А-а-а, полетели. Давай, давай, давай. Ё-моё. Да. Не, мы, может быть, даже рано включили ускорение. Слушай. Все, ускорения больше нет. Ускорения больше нет, и наша машинка уже вся бедненько измучилась. Смотри, бензинчик заканчивается. Да. Хотя у нас полностью прокачанный бензобак. А у нас уже... закончился бензин, смотри. Хорошо. Хорошо, получили свои 20 тысяч. И давай улучшим автомат. Вот, полностью. И ускоритель купим. Отлично, едем дальше. Автомат у нас прокачан полностью. Зомбаков мы убиваем всех подряд. Хорошо. Давай, 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 машинка наша. Все. Зомбари нам вообще не страшны. Если бы она еще стреляла бы по этим канистрам, взрывоопасным бочкам, тогда было бы еще лучше. Цены бы и не было бы этому автомату. Давай, едем, едем, едем. Все, здесь не хватает у нас мощи. Патроны закончились, да ё-моё. Вон бежит спецназовец. Опля, обломался. Прыгнул он, видишь, куда наверх. И здесь, вот здесь надо будет нам ускоряться. Во-во-во-во-во. А, ё-моё, давай, давай, едь, едь, ускоряйся. Давай, пожалуйста. А, ну чуть-чуть не хватило. Куда ты полетела, машинка? Ладно, будем тренироваться еще. Поэтому у нас не сильно особо здесь хорошо получается. Ну что ж, поделаешь, ничего не поделаешь. Будем ехать дальше. Машинка наша почти что оголена, но еще пока нормально себя чувствует. О, бензин закончился. Да ну нафиг, я же его прокачивал, бензин полностью. Да. Ну что, заработали мы свои 20 тысяч. Что можем купить? Ускорение. Либо мы купим сейчас коробку передач. Вот так хорошо. И едем дальше. Все, разгоняется машинка у нас лучше и быстрее. И особенно, что мне нравится, в увеличении коробки передач, улучшении, да? Мы можем максимально поддерживать высокую скорость автомобиля. При этом тратя намного меньше бензина, чем раньше. Вот. Тратится меньше бензин, больше можем проехать. Больше можем проехать, больший вариант, что мы проедем и получим новую машину. Здесь аккуратненько вписываемся и теряем защиту.
Ну ничего страшного. Так, этот прыгает, разбивается, чувак. Садится прямо нам на автомобиль, едет с нами несколько метров. Вот здесь нам нужно ускоряться. Во, давай, 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 едем, 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 едем. Опа, давай, вот, хорошо, смотри. Проехали прям отлично. Все, ну ускоритель закончился. Ладненько. У нас зато есть еще пока бензин. И мы можем проехать немножечко дальше. Хорошо, посмотрим, сколько мы можем проехать. Да, к сожалению, бензин кончается у нас прямо на глазах. Прямо на глазах, все. Встали, закончился бензин. Улучшаем. Что мы улучшим сейчас? Давай улучшим коробку передач. Да. Едем дальше. Надо будет еще... Заработаем денег и улучшим потом еще двигатель. Вот, с двигателем будет получше. Помощнее. Ну, пока, в принципе, тоже у нас достаточно такие мощные автомобили. Я ничего не могу говорить, что у нас не хватает мощности. У нас просто бензин заканчивается в конце. Вот, поэтому нам нужно будет ускоритель в конце. И мы его используем. Чуть-чуть здесь можно ускоритель взять. Патрончики закончились, ладненько, едем без патронов, тоже, в принципе, неплохо. Ох ты, зомбарь, смотри, летел и снес себе голову нечаянно. Так быстро бежал. Вот здесь, едем, летим, летим, давай-давай-давай, ускоряемся, здесь максимум. Ах ты, ё-моё, что нам тут мешает, ребята, ну как так? Разработчики игры взяли и добавили этот мост, который там нафиг не нужен, мы бы пролетали бы. Только так хорошо. Что ж, доедем, не доедем, посмотрим сейчас. А, смотри, доехали, доехали. Бензинчик, в принципе, хватает. И что, на этом... Нет, смотри, немножко даже дальше мы проехали. И закончился бензик. К сожалению. Чуть-чуть нам оставалось. Мы чуть-чуть не доехали. Ладно. Что? Давай копим вот этот, значит, развесовку. Чтобы уже автомобиль пробивал... Получше зомбаков, да, коробки всякие. Вот. Мощный у нас автомобильчик. Угу. Осталось чуть-чуть здесь. В принципе, еще чуть-чуть мы выиграем, а? Давай, таченька, таченька, давай, увеличивайся. Давай, скорость еще немножко. Я ж тебе... Зачем я тебе купил развесовку? Ты должен все это сметать нафиг. Нет, смотри, все, машина застряла, нормально? Ладно, все, встали. Нет. Потихонечку сейчас едем. Не знаю, проедем или нет. Да все, все. Все, туда вперед нельзя. Все, слишком медленно. Сейчас мы отправимся в гараж. Возможно, что-нибудь докупим. Да, 13 тысяч нам дали. Двигатель. Двигатель купим более мощный. Давай, поехали. Что у нас здесь еще? Движок, два улучшения, да? Угу. Движку два улучшения нужно сделать. Ёлки-палки. Ну ладно. Сейчас подкопим денег и купим улучшение. Попробуем. В принципе, кажется, немного доехать надо. А на самом деле доехать еще очень много надо. Еще особенно, если ты здесь так вот будешь куролесить, падать, прыгать. О, опа, видишь как? Давай, давай, давай. Только не сильно много трать ускорение. Не, я думаю, нормально мы тут ускоримся, все будет хорошо. Все будет очень даже неплохо. Разлетелась наша защита полностью в дребезги. О, а здесь надо ускоряться. О, давай, 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 давай. О, опля, давай, давай, давай. Опа, хорошо. Получилось у нас здесь. Ускориться, доехать нормально. Это мы при полной защите, ребята, едем. Закончился ускоритель. Защита у нас вся кончилась. Тачки не очень хорошо. Но не знаю, доедем ли мы или нет. О, давай, давай, поверху поедем. Сейчас бы чуть-чуть бы еще ускорителя. Да, зомбаки мешают конкретно. Давай, доедем, не доедем. Да, навряд ли доедем еще. Очень много ехать надо. Это кажется, что мало. Все, у нас закончился бензин, все. Примагнитился наш автомобильчик к земле и не может ехать дальше.
Все, улучшаем коробку передач на максимум. Все, денег нет, деньги закончились. Едем дальше. Попробуем. Попробуем все, что у нас есть, выжмем из автомобиля нашего. Полностью все, что возможно. И попробуем доехать. Попробуем все-таки доехать до финиша. Не знаю, получится это у нас или нет. О, смотри, защита где отлетает, да, к сожалению. Давай. Опа! И нет, только не спиной. Блин, мы поехали на спине. Оп, здесь мы перевернулись и едем дальше. Хорошо, в принципе, нормально все. Возможно. Возможно, мы и не доедем. О, а здесь мы ускоряемся. Все, летим вперед. Давай! Ой, давай чуть-чуть. Вот, хорошо. Долетели. Отлично. И здесь много ехать. Хотя бензина, смотри, много. Я не знаю, доедем, нет? Ну как много? Там еще два деления. Два деления. Нифига себе. Да, навряд ли, конечно, навряд ли. Давай, тачечка, давай. Пожалуйста. Я в тебя верю. Давай. Да нет, навряд ли, конечно. Все. Чуть-чуть там остается, мы доехать не можем. Представляешь, как обидно. Все в этом месте где-то должен заканчиваться бензин. О, нифига, подъем какой. А все, бензин закончился. Все, ребята. Идем в гараж. Что мы здесь можем улучшить? Ускоритель. Один раз только. А, нет, смотри, два раза мы ускоритель можем улучшить. Хорошо. Поехали. Давай, машинка, давай. Я надеюсь, ты сможешь, и мы доедем. Вот, ускоряемся. Ой, подожди, зачем я ускоряюсь? Нужно экономить ускоритель. Ну, хотя, в принципе, мы ускорителя сегодня купили достаточно-таки много. Я надеюсь, нам его хватит. Хватит нам доехать куда-нибудь, что-то-нибудь. Вот. Туннель, дальше едем. Отлично, патроны закончились. Давай, машинка. Зомбарь прям прицепился к нам, не отпускает, а. Вот, все, здесь я буду ускоряться. Все, всем до свидания. Ох ты, нифига, как я врезался. Все, едем дальше. О, бензина у нас, в принципе, много. Ой, ускоритель закончился, как не вовремя-то, а. Так, ну бензинчик еще у нас есть, нормально. Может быть, возможно, ну хотя навряд ли, конечно, ну. Будем надеяться, что мы доедем домой. Давай, машинка, еще немножечко осталось. Надо улучшать движок. Надо улучшать максимально, сколько вообще возможно. Да, бензин катится у нас к заканчиванию. Ох, нифига, разлетелся двигатель, смотри. Давай, еще немножко. Навряд ли, конечно, успею, но мало ли. Да, ехать еще много надо, не знаю. Все. О, бензин закончился. Нет, не доехали. Мы получили зато много, 25 тысяч мы получили. Достаточно-таки много. Что ж, прокачиваем. Давай в этот ускоритель прокачаем. Все, ускоритель у нас прокачан полностью. Двигатель у нас еще не прокачан. Ладно, едем дальше. Едем дальше, пробуем, стараемся. Возможно, мы проедем и выиграем. Сегодня-то должны. Давай, машиночка наша. Вот, ускоряйся. Хорошо. Давай. Оба врезались. Ничего страшного. Давай, вперед, едь. Красный автомобильчик-то наш. Давай, ускоряйся немножко. Ох, слетела защитка наша, а. Ну, ничего страшного. Ускорителя у нас много. Так, в этом месте мы сейчас будем лететь. Аккуратненько. Вот здесь начинаем ускоряться. Давай, поехали. Во, вперед. Давай. Опа, перевернулись. Ё-моё. А, ускоритель закончился. Ё-моё. Не очень хорошо, конечно. Давай, машинка. Ты сможешь. Давай, аккуратненько едь. И я надеюсь, ты проедешь. Оп, аккуратно. Так, здесь проезжаем. Да, от машинки уже ничего не остается. Давай, еще немножечко. О, туннель проехали.
Еще один туннель и на финишной прямой. Давай, давай, машинка. Осталось чуть-чуть. Опля, опля, аккуратно. Все, здесь проехали. Так, опять спецназовец летит куда-то. И второй, смотри, бежит за ним рядышком. Вот, и где-то здесь у нас будет заканчиваться бензин. Да, да, да. Бензик закончился, к сожалению. Закончился бензик и закончился этот ролик, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ждите новых выпусков, скоро появятся. Поэтому до встречи. Пока-пока.